наших первооткрывателей. Мой секрет — это Максим. Ой. То есть я ее гоняю, пока не станет маленькой и хрупкой. Нет, она на самом деле худенькая, мне повезло. Легенькая. Ну, и жилистая. В этой программе вы увидите все тонкости ее фигуры. Назад. Назад там, где я стою. Руку вперед, там, где оператор. А плечо назад, там, где я стою. Нет, не вниз, а назад. Олеся, не вниз, это вниз. Вот стоишь только вот назад. Вставь плечо на место, сустав. Во-первых, конечно же, это крепкое такое российское здоровье. Во-вторых, конечно же, таблетки иммунал, которые, конечно же, нас спасают, наш иммунитет поддерживают. Доктора, конечно, кладут усилия, чтобы нас подкармливать витаминами. Уже даже смеемся, нам когда приносят стаканчики витаминов, он говорит, это вместо обеда, вместо ужина. То есть, ну, питаемся. Сюда вот. Вот я давай, аккуратно. Давай. Стрёмно, как раз. И вот другое дело. Во, молодец. Да, очень хорошо, так и держи. Все, я могу идти куда угодно, видишь? Да. Хоть в булочную, хоть в кино. Все, можно если. А если я сделаю так, то... Алисин персонаж. Деревяшка. 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 Но не простая, нет, а золотая. Золотая деревяшка. Это история про то, как золотая деревяшка привела живого человека к таинственному вообще острову. Да, к таинственному острову. И вообще была золотая деревяшка была путеводной звездой. Короче. Короче, Максим молодец. Нет, подожди, не про меня, сейчас про деревяшку. Короче, Алиса и Максим вместе с Ильей Авербухом выбрали музыку Вангелиса, которая называется «Conquest of Paradise» — «Завоевание рая».
очень хороший номер у ребят получился. Я не знаю, были ли среди конкистадоров, среди спутников Колумба, а может быть Кортеса, блондины такие, как Макс. Но то, что среди индейских принцесс были девушки вот такой божественной красоты, как Алиса, это точно. Глубокий получился по смыслу номер, глубокий, потому что это не просто любовная история. Это история любви двух людей, которые исповедуют абсолютно разные религии. И...